Это не народ. Нас народом не считают. Вот беда в чем. Помогите. Единственное, о чем умоляет старая чеченка, Надежда и Вера оставили этих людей. Они оставили свои дома. Парадоксально, но все они, несмотря ни на что, все еще идут и идут в Россию. Я приехала с Москвы. Русские нас скрывают от своих же русских, как евреев скрывали раньше, от немцев. Я 30 лет отработала, прошла Афган. Муж офицер советской армии, бывший полковник. Полковника ведут тоже в милицию, берут отпечатки. Это не унижение? Унижение. Русские звонят, говорят, может вам хлеба принести, ребят? Не выходите, сидите дома. Приходят, подкидывают наркотики, забирают молодых ребят. Избивают, кладут на землю, суют пистолет и говорят, вон чеченцы приехали оружие продавать. Это унижение, ребята. Хватит издеваться над народом. Вчера в лагерь приезжали, как тут говорят, бородачи-бандиты и предлагали людям вернуться домой. Но возмущенные женщины их с позором прогнали. Охраны в лагере нет, поэтому люди боятся провокации с большим количеством жертв. Известный исход албанцев из Косово в Македонию меркнет на фоне этих печальных картинок. Что объединяет этих и тех людей, так это дети. Они улыбчивы, подвижны, радуются новым впечатлениям. Да не такие сволочи чеченцы, как их вот здесь по вашему телевизору хают на все эти самые. Я послушаешь, так ты сам себя испугаешься. Боже мой, неужели все это ты сам можешь такое делать? Вот родился чеченец, уже террорист. Остальные люди думают почти так же. Спасибо вам большое. Хоть сюда пришли, хоть чуть-чуть до народа, хоть доведете. Мы просим от всего народа, дайте вот эту явную ситуацию донести. Ну, нация же не может вся быть бандитами. Ингушская милиция пытается проверять машины, но практически не получается, так как им в большей степени приходится регулировать этот бесконечный поток, оказывать помощь раненым и заниматься стариками, умершими в очереди на новую жизнь. По окрестным лесам и полям также везут беженцев. Рядом с постом их сгружают и едут за другими. А эти сидят и не знают, что им делать дальше, и кто им может помочь. Если чеченские руководители были бы хорошие, мы сейчас здесь не страдали бы. Если в России, хорошо, там нету руководителя, мы же в данный момент относимся к России. Россия может привести порядок у себя в России? Может. А где они? Почему не наводят порядок? Почему ничего нету? Я поэтому говорю, в семье есть один урод, один бывает нормальный человек. Но то же самое у нас. Если у нас одна республика, если одна Россия, а где ваши одна... Мужчины, дома. Не воевать будут все, да? А мой муж не будет воевать. С кем? Из-за кого? Из-за чего? Кто нам поможет? Вы поможете? Вы скажите, вот я вас прошу, вы поможете? Чем? Ну а кто нам, у кого помощь? Вы скажите, вы же, наверное, знаете, у вас своя передача, вы знаете, к кому обращаться. Вы же знаете, наверное, у кого нам помощь просить? Кому нам сказать, куда обратиться? Скажете вы?